Здравствуйте. Вечером 27 июля 2021 года на автодороге Москва-Челябинск в Ашинском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. На 1559 километре столкнулись кроссовер FAF X40 и грузовой автомобиль Isuzu с полуприцепом. В результате один человек получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, 67-летний водитель автомобиля FAF X40, совершая обгон в запрещенном месте, где установлен знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Isuzu, которым управлял 58-летний водитель. Мужчина перевозил груз из Челябинска в сторону Уфы. В результате, от полученных травм, водитель кроссовера скончался до приезда скорой помощи. Полиция установила, что погибший – житель Тольятти. Он перегонял новый автомобиль. Стоит отметить, что мужчина имел 45-летний стаж вождения и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 27 июля 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 332 случая ДТП. В них погибли 36 человек. Четверо из них оказались дети. Различные травмы получили 421, 55 из них – дети. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!